Привет всем, ребятули! Сегодня мы будем модифицировать еще одну детскую игрушку. Купил я ее на барахолочке, вот так она выглядит. Сейчас посмотрим, какие есть звуки, и будем что-то из нее делать. Как я понимаю, здесь есть звуки по нотам какие-то. Также есть звуки животных. Причем, когда ты нажал животное, эти клавиши играют тоже звуки этого животного. Такая вот игрушка. Сейчас начнем ее модить. Разобрал игрушку, нашел, что можно установить потенциометр между вот этой точкой и вот этой точкой. Примерно такой звук получается. Сейчас. Вот. Короче, сейчас поставим какой-нибудь резистор сюда и потенциометр. Сейчас сделаем отверстие под потенциометры и выключатели. Сейчас ставим потенциометры и переключатели в проделанное отверстие. Сделал я игрушку. Вот такой вот результат. Также сделал аудиовыход. Послушаем, что получилось. Сейчас попробуем, что можно сделать с помощью этой штуки. Let's go to the sun. This is a cow.
Если тебе понравился этот видос, ставь лайк и подписывайся на канал. Если у тебя есть идеи, что замутить, пиши в комментарии. Не пропусти следующий видос. Я сделаю музыку с помощью вот этих игрушек.